городе Одессе и в Одесской области всегда выживались все нации и народности. Здесь всегда осуществлялся мир среди множества конфессий. У нас порой разные доктрины, но стремление к миру, стремление жить добрососедски и честно всегда осуществлялось в городе Одессе. И в сегодняшний день наши молитвы о том, чтобы город Одесса был сохранен и здесь сохранился незыблемо этот мир, который очень дорог для каждого из нас. И в 1855 году была подобная ситуация, когда к городу подошел вражеский флот. И город объединился в молитве к Богу о мире, и город был сохранен. И сегодня у Каспаровской иконы Божией Матери круглые сутки по благословению митрополита Агафангела совершается молитва. И цель этой молитвы одна единая, чтобы мир сохранился в Одессе, и город был цел и невредим. Вільним не потрібне звільнення і визволення. Місто Одеса є вільнолюбиве місто, як і вся Україна, яка живе в мирі, з усіма сусідами в добрі. І церкви і конфесії, які є в Україні, зокрема в Одесі, багато років уже проявляють свою любов і християнські вчення, щоб любити один одного, поважати один одного, допомагати один одному. Руський мір, який несе Росія, це не мир, це зло, яке руйнує наші міста, руйнує наші села, вбиває наших людей. Ми молимо Бога, щоб ця війна закінчилася, щоб вона не дійшла до Одеси, до сьогодні мирної Одеси. Ми просимо Бога, щоб Він зупинив усіх, хто має думку продовжувати цю війну. І молимо Бога, щоб в Україні запанував мир. Єврейська община міста Одеса живе сьогодні. И она пример для всех остальных еврейских общин по всему миру. Я встречаю очень часто с моими коллегами, мы встречаем около 5000 раввинов каждый год в Нью-Йорк, и все 5000 завидуют, насколько свобода и серьезно живет еврейская община в городе Одесса. Если до 2 недели назад я стеснялся, что я не знаю украинский язык, я сегодня горжусь, что я живу в такой город, где я могу говорить только на русский язык, и меня все понимают и все помогают. Это самый хороший город, самая хорошая страна, самая лояльная страна для любой национальности. Я горжусь, что я живу в такой город, где можно так хорошо развиваться, так хорошо работать, и нет ни одной стеснения, и нет ни одной проблем, нет ни одной национальности в этом городе. Я молюсь Всевышний, который делит мир у себя на небеса, что послал нам тоже мир на земле, и что мы все удостоили жить хорошо и мирно между всех национальностей, и что скорее видно мир и спокойно для нашего мира. Місто Одеса – это велика родина. В этой родине мы разные, но мы едины. Мы ценим все то, что делает нас родиной. Разные, разноманитные, но единые в этой великой українській багатонаціональній родині. Ми не потребуємо, щоб нас від чогось визволяли. Ми потребуємо іншого, щоб нас лишили в спокої і дали нам вільно і з спокоєм, дивлячись в майбутнє, далі розвивати нашу велику, багатоконфесійну, багатонаціональну, але єдину родину, частину української землі і української держави. Не треба нас визволяти. Забирайте. Дорогі одесити, дорогі українці, ми, мусульмані України,
Желаем, чтобы в нашем солнечном, как сегодня погода показывает, городе, никогда ни один волос не упал ни с одного человека. Наши молитвы, наши просьбы у Создателя, который создал все, который Создатель всего, мы просим у Него, чтобы Он сохранил нашу страну, нашу любимую Украину, потому что мы здесь выросли, наша страна нас кормила, наша страна нас одевала, учила, я здесь живу с 81 года. И поверьте, все мусульмане Украины готовы и просят у Бога, у Создателя нашего, чтобы Аллах, Субхану Ва-Тааля, сохранил нашу страну, сохранил ее в мире. И все мы, как видите, как показывает, что наша страна объединилась, все объединились в борьбе со злом. А у зла нет национальности. У зла нет национальности. У зла нет национальности. Слава Украине! Героям слава!